Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его турецким коллегой Мевлудом Чавушоглу. Стороны обсудили последнюю ситуацию в регионе, в том числе вопросы по выполнению трехсторонних заявлений. Был проведен обмен мнениями по реализации платформы сотрудничества в формате 3+3 с участием стран региона, а также по внеочередной встрече глав МИД стран ОИС, которая пройдет в Пакистане. В ходе телефонной беседы стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Об этом говорится в сообщении МИД.